Сергей Викторович Лавров владеет английским, сингальским и французским языками. Тут на Википедии ошибка, и французским, надо и добавить, французскими языками. Серега, пошли этих фашистов нахуй и вали на Запад. Сделаешь правильное с моральной, с материальной точки зрения решение. Потому что мне кажется, что говорится, что ты сделаешь правильное решение, потому что жалко, чтобы такие хорошие люди пропадали из-за чего-то самолюбия и были винтиком в чужой игре. Тобой манипулируют, Сергей Викторович. Не надо. Не дай им собой манипулировать. Будь личностью. Скажи нет фашистскому режиму. Скажи, мне надоело, я одумался. Я хочу быть на правильной стороне истории. И тогда, Сергей Викторович, вас будут уважать. Пошлите это кодло, как говорят у нас в Одессе, кибени матери. Займ без инь.